Привет всем! Не знаю, как вы, а я испытываю невероятное воодушевление, когда на рынке появляется инновационный продукт, который знаменует собой новый виток эволюции. И сегодня мы видим, насколько изменилась линейка офисных МФУ Brother, чтобы соответствовать требованиям современного пользователя. Знакомьтесь, это Brother DCP-T500W, представитель первой серии устройств со встроенной СМПЧ Ink Benefit Plus. Трехцветное МФУ формата А4. Вместо картриджей мы видим емкости, в которые заливаются чернила. Объем цветных доноров по 40 мл каждый, а черного 108. Что касается внешнего вида устройства, то здесь ничего особенного. Маленький монохромный дисплейчик, кнопочную панель управления. Хотя нет, необычное все-таки есть. Вот это съемная панель. Производитель позаботился о том, чтобы у пользователя была возможность выбрать язык не только дисплея или драйвера, но и кнопок на панели управления. Модель DCP-T500W поддерживает Wi-Fi соединение и стандартное соединение по USB кабелю. Разрешение сканера составляет 1200x2400 dpi. Есть также улучшенное разрешение 19200 dpi. Как и все устройства Brother, наш герой оснащен четырехцветной печатающей головкой. Минимальный размер чернильной капли 1,5 пикалитра, что в свою очередь хорошо отразится на печати фото. Лоток подачи бумаги рассчитан на 100 листов. Разрешение печати составляет 1200x6000 dpi. Скорость в стандартном режиме 11 монохромных и 6 цветных изображений в минуту. В режиме драфт выдает до 27 страниц в минуту. Хочу отметить, что качество фотопечати у него на вполне приличном уровне, как для четырехцветной модели. Естественная цветопередача, плавные переходы, четкая прорисовка мелких деталей изображения. Что касаемо габаритов, то как для офисного устройства, DCP-T500W довольно компактный и весит всего 7 кг. В условии экономии рабочего пространства это именно то, что нужно. Гарантия на это устройство составляет 12 месяцев. Используйте расходные материалы InkSystem и экономьте на каждом отпечатке.